В общем, всем привет, а с вами Скетла, и знаете, я подумал, что это все ужасно плохо. То, как тянется это время, то, как я откладываю, и то, как я ничего не делаю. Поэтому я решил уже для себя то, что, блин, зачем это оттягивать, вас, бедных, мучить. Мне так вас жалко на самом деле. Вы верили в меня, вы ждали. Ну, вы есть как есть. В общем, пару моментов. Первое — это последняя звезда. Я выпущу просто несколько видео. В общем, я начал пробовать делать пересказ, делать его красиво, с монтажиком, в плане, что вот персонажи как будто в реальном мире находятся, в своем вымышленном вот на фон. В общем, как коллайдер снимает или еще кто-либо. То есть без декораций, а чисто на фоне, чтобы герои действовали. И у меня это не получается. У меня, я уже как не раз говорил, никогда не было ПК, и все я делал на iPad'е. Но сейчас уже там приложение, в котором я обычно вырезал персонажей, то есть так вот обводил и вставлял куда-либо, оно сделал эту функцию платным, и теперь я не могу этого делать. Вот, то есть я пытался, но там получалось качество намного хуже. Поэтому в целом, как было раньше, не могу. Плюс сам процесс производства очень высокий, и моя iPad уже просто не держит, он очень быстро уже разряжается. И в целом я не думаю, что финальный итог, вот этот гигантский пересказ, он сможет даже зарендерить и потом, собственно, загрузить на YouTube. Следующий момент — это, конечно же, сам YouTube, который у нас в стране замедляется и все такое. Я не думаю, что его закроют, но хренове его уже сделали. Вот, поэтому вам также будет, думаю. В общем, чем дольше я тяну, тем все становится хуже. Поэтому выйдет видео про первый сезон пересказ, выйдет видео про второй сезон пересказ и выйдет видео про третий сезон пересказ. Четвертое видео выйдет со всякими топ-материалами, с том, каким, то, каким сериал должен быть изначально, с тем, с пасхалками, секретами, тайнами, которые должны были быть, вот, которые уже были в первых сериях, вот, но, которых, конечно, никто не пытался искать и понять. И, соответственно, выложу всю музыку оставшуюся, потому что она с 2018 или какого 19 года висит. Боже ты мой, столько лет уже. Пипец. Просто закрыто висит. И также, соответственно, все материалы, всех персонажей, все я да уже да выкладываю. Как-то так. Вот. И, собственно, почему здесь зеленая смерть? Потому что, ребят, пожалуйста, не обижайтесь на меня очень сильно. Я тот, кто очень любит биоников, тот, кто видит в них нечто превосходное, можно своих персонажей собирать и рассказать свои истории, вау! Но изначально проблемой моей было то, что я жил не, то, что я живу не один на данный момент до сих пор даже. То есть мешали снимать. Потом слишком загружена уже учеба, более выше, чем школа. А теперь работа, когда я буквально даже просто буквально просто не успеваю. Отдыхать на выходных? Да, вау, как круто. Превосходно. Я просто знал, что я не смогу снять сериал. И больше того, что еще я осознал, я не смогу его снять хорошим. Поэтому я просто не хочу мучить бедных вас, огорчать вас. И все. Мой план — пойти дальше в будущее, в медиасферу. Режиссерство, сценарная работа, манга или еще что-либо. И я даже в этом стою на месте. Я просто работаю на ненужной мне работе. Просто чтобы получать деньги и все. Я стою в стопоре уже как год. Поэтому я решил в целом ограничить YouTube, ограничить все для себя и начать двигаться дальше. Потому что я загоняю свою жизнь в полнейший мрак. Полнейший мрак. Так что, да. Собственно, зеленая смерть. Почему здесь сидит этот красавчик? Мой любимый. Всегда был сквозь все сериалы, сквозь все истории. Никогда не разбирался полностью. Всегда он был. Потому что в будущем, как раз, если я стану успешным, все такое, я обязательно с помощью зеленой смерти от его лица расскажу все эти истории Бионику, которые все года с моего детства до нынешней были. В том числе последняя звезда, 42-й мир, в котором он побывал. Также об этом я
Полностью расскажу. Не знаю, будет мультсериал, анимешка или еще что-либо. Все будет зависеть от того, как мое будущее сложится. Но оно будет. Поэтому... Да, ждать придется очень долго. Вы стопудово уже забудете, кто я такой, о моем существовании. Но у кого-то может пробьется ностальгическое воспоминание, то, что Скетла. Я же его смотрел. Вот это оно и есть. Собственно, как-то так. Так что, можете не запомнить Скетлу. Но если вы любите биоников, то запомните Зеленого Смерти. Потому что вот он сидит здесь и ждет своего будущего. А будущее у него точно будет. Вот. Плюс также в целом вы сможете понять, что это именно я и из моего пера что-то. Потому что отсылки на биоников точно будут. В том числе на те, что у меня уже были сняты. Так что да, скоро я постараюсь максимально потратить на это время, чтобы снять эти видосы про первый, второй, третий сезон и то и все. Выложу, вы уже все это увидите, и еще раз перед вами извиняюсь. Как автор я на Ютубе не удался. Разочаровал вас, разочаровал, самое главное, себя. Но это не повод грустить и все такое, так что да. Но на фоне, как вы видите, там стоит что-то как-то белое со светом, what the fuck. Это я в нашу группу РБК буду фоткать своих биоников, чтобы в альбомчик там загрузить. Вот, так что подписывайтесь, переходите, ссылка будет в описании. Ну, с вами был Зеленая Смерть и Скетла. Любите жизнь, любите биоников.